Приветствую вас, Денис. Смотрите, ну, сейчас мы с вами можем говорить только, наверное, о причинах вашего состояния, да? То есть мы можем говорить только о том, что вас вот... Почему вас это беспокоит, да? Как мне кажется, причина, я лично вижу причину в том, как вы воспринимаете себя в контексте своей супруги. Вот. Я вижу, по крайней мере, в этом проблему, то есть вы о своей жене отзываетесь очень восторженно, вы с ней 11 лет, вы о своей жене отзываетесь очень восторженно, это неплохо, что вы о ней так отзываетесь, но есть у меня такое вот ощущение, да, есть у меня такое чувство, что может быть именно это восторженное восприятие вашей жены и, в общем, влияет на то, что вы вот испытываете по поводу своей, например, эрекции. Вот. То есть, если вы жену вот чересчур, чрезмерно цените, да, если вы женой чересчур дорожите, если жена для вас выступает тем фактором, может быть, который определяет в том числе вас, вот, то ничего удивительного в том, что у вас появилась такая проблема, нет. И, соответственно, здесь нужно исследовать то, как вы себя воспринимаете в контексте своей жены. Вот. Вот, пожалуй, то, как вам я мог бы ответить, наверное, на вопрос, который вы задаете. Вот. Ну а так вот, чересчур высокая мотивация значит, именно удовлетворить свою жену сексуально. Вот. То есть это, ну, примерно вот так работает. То есть просто вот вы, условно говоря, вот чересчур замотивированы. Чересчур концентрируете свое внимание именно на сексе. Вот.
То есть в ваших отношениях может быть чересчур важную значимость, чересчур важное значение имеет секс. Вот это не обязательно, не всегда плохо. Вот, но в данном случае это может мешать. Вот. Особенно при условии, если, ну, при условии, если вы как-то вот изначально, да, там, сомневаетесь в себе по той или иной причине. То есть, если у вас до этого были какие-то вот, ну, сомнения в, ну, в себе и, или как-то вот так. Вот. То есть это вот то, как бы я мог ответить вам на вопрос, исходя из того, что вы исходя из того, какую информацию вы дали нам. Вот. А вот, в принципе, то, как я могу ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот, соответственно, да. Стусин, это правда. Стосин, правда, присутствует, вот, скорее всего, вот, ну, тут, если это действительно стосин, да, то с ним нужно работать, то есть, само по себе оно никуда не уйдет. Вот. Вот так я могу вам ответить. Надеюсь, что вам это было полезно. Если вам понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.